Вы бы перестали общаться с другом противоположного вам пола, если бы об этом попросил ваш партнер? Нет. 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 Да, конечно. Нет. Наверное, нет. Нет. Нет, не перестала бы. Нет. Конечно. Приходится. Думаю, нет. Думаю, да. Нет. Что мы имеем? Мужчина, который тебя ценит, любит, уважает, оказывает внимание, занимается сексом, дает деньги. Готов рисковать своей жизнью в случае угрозы твоей жизни. Милая, перестань, пожалуйста, общаться с мужчиной. Нет, это абьюз, пока мы расстаемся. Ради кого? Ради мальчика, с которым ты будешь встречаться, когда у вас хорошее настроение, чтобы обсудить отношения, которые есть сейчас? Скажите, пожалуйста, все ли нормально с тем, что сейчас происходит?